И снова здравствуйте, всем привет. Итак, сделал я вот такого, значит, персонажа. Увидел картинку в Пинтересте, вот она. И вот такой, значит, горилл и решил сделать тоже. Вот такой получился персонаж. Но кости, видите, вставились в этом миксама. И как бы сдавливают грудную клетку. Это не есть гуд. Давайте немножко тут подкорректируем. Так, зайдем в Edit Mode и добавим какие-нибудь косточки. Так, тройка на numpad, E, вытащим кость одну. Alt P Clear Parent, единица на numpad G. И поставим ее вот сюда под мышку. Привяжем к этой косточке Ctrl-P, Keep Offset. И теперь Shift-D. Давайте выберем и еще одну вот сюда вот поставим. Привяжем к этой косточке Ctrl-P, Keep Offset. Так, теперь вот эти две делаем Shift-D. Щелчок, правая кнопка мыши Mirror, X Global. И подставляем на эту сторону. Точно так же. Так, теперь Object Mode и выбираем нашего персонажа, выбираем кости, делаем Ctrl-P и White Automatic выйдет. Все, здесь теперь, видите, должно зафиксироваться. Проверяем. Заходим в Pose Mode и смотрим. Ну вот, уже как бы грудь на месте. Ну, надо теперь поработать вот с этими ключицами, да? R. А ну-ка, G. Так, ну как бы так бы уже он покруче смотрится, но как бы плечи все равно низко, да? А ну-ка, если R приподнять плечи, вот так вот, и прописать вот эти плечевые. А, и прописка, а остальные кадры для ключиц надо удалить. Или давайте все удалим и пропишем их отдельно. И так. И вот как бы вся анимация летит в тартарары, да? А ну-ка, Ctrl-Z. А ну-ка, выбираем ключицу, выбираем эту. А ну-ка, delete. И... А, во. Я удалил просто все анимации. Так, теперь видите, что у него тут неправильная посадка. Теперь нужно выбрать Object Mode, выбрать вот эту шмотку, переключиться на первый кадр и, возможно, значит, под эти кости перевязать вот эту вот штуку, одежду. Закроем ее, выберем одежду, выберем кости, Ctrl-P. Можно, а ну-ка, White Automatic Widget, в принципе, пойдет. Смотрим теперь анимацию, чтобы ничего не вылазило. Так, ну, вроде бы как бы нормально, но есть здесь запады, да. Значит, эти запады давайте уберем. Так. Отключим анимацию и привяжем по-другому Ctrl-P, White Empty Group. Выбираем нашу шмотку, заходим в модификаторы Data Transfer. Выбираем нашего персонажа, Vertex Group. Нажимаем и все это apply применяем. Так, смотрим. Так, ну, есть, конечно, еще вот эти провалы, но это все поправится. Так, уже как бы лучше, да? Так, теперь вопрос в чем? Смотрите, он становится в стойку, и стойка у него, видите, насколько неправильная. Значит, давайте ее теперь поправим в Pose Mode. Выравниваем так.
удаляем анимацию где-то вот здесь. Так, теперь выкручиваем эту косточку. Вот так, прописываем и потом то же самое делаем с этой косточкой R. Прописываем и смотрим, что тут получается. Так, это нормально. И вот где он руку уже кладет, сейчас будем с рукой работать. Так, раз. Вот эти, значит. Так, вот эти кадры ликвидируем. Delete. G. Так, смотрим, а ну-ка, R. Прописываем, значит, и прописку руки. Удаляем ненужные кадры еще. Так, да? И дальше получается рука на месте, этот персонаж становится, да? А здесь, значит, уже рука должна стоять. Так, давайте вернемся. Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. И наметим какие-нибудь кадры. Допустим, вот так, 37 остается. Остановка, остановка. Промежуточные будем удалять. Так, 50-й тоже удаляем. И по 5 кадров вот эти перепишем. Так, смотрим. Тройка на нампаде, лапа слишком низко. G. Мы ее поднимаем. Угу. И прописываем вот здесь. Так, раз, все, она свое взяла. Поработаем немножко с тазом, потому что, как бы, мне кажется, что он низко сидит. Так, а ну-ка, раз. Да, во. Так, тройка на нампаде и перепишем какие-нибудь кадры. Это будет у нас, значит, подъем 40-го. Потом оставляем, так, вот эти вот выделяем кадры. И оставляем только верхние 60-е, 50-е, вот такие 55-е. И это значит delete. И смотрим, что у нас тут. Раз, два. Посадку еще меняем на 50-м кадре, чуть поменьше. И руку G. Так, ставим сюда. Так, тогда, раз он стал в таком положении, ключицу, руку приподнимаем. R. Перекручиваем вот эту кость позвонка. А, и прописка. Тройка на нампаде. Давайте теперь голову посмотрим, что у него с головой. Так, здесь у него нормально, здесь он становится. Так, здесь он выправляется. И на 60-м смотрит вперед. Ну, как бы так бы. И прописка. Так, тогда вот эти кадры следующие головы удаляем. Ну, можно сделать, как бы, чтобы он смотрел влево-вправо. Давайте вот на 70-м он смотрит влево, и, а на 80-м смотрит, допустим, вправо. И
И когда он вертит головой, пусть у него еще немножко крутится позвоночник, да? Давайте R. Так, это значит I. И на каком он тут смотрит? Так, в эту сторону, на 80-м, да? Ну, в принципе, что? Ничего так нормально. Вот голова, а ну-ка, здесь опущена. Опа, теперь давайте руку еще подкорректируем. Так, рука у нас в какой позиции становится? 50-й. Так, ну давайте вот это все удалим, раз рука уже стала. И на 70-м Shift-D сдублируем эту руку на 70-й кадр. Но мне не нравится его вот эта посадка именно, да? Смотрим, что у него за внешний вид. Видите, что рука как бы стоит, но нет как бы агрессивности, да? Тогда тазовая кость, опять же у нас, ее еще раз приподнимем. Во. Тогда дальше удаляем тазовую и удаляем вот эти промежуточные. Так, теперь так, смотрим, что он вытворяет. Так, значит, поработаем теперь с локтем, с одним, вот с этим. Смотрим, что он тут. 50-й в бок уходит. И давайте вывернем его вперед. Так, этот локоть. А, этот не будем выворачивать. Здесь больше надо поработать ключицей. Так, и G ее как бы к низу. Прописка. Так, теперь пусть он еще, значит, с ноги на ногу попереминается. Это будет тазовая кость. И, значит, раз он сюда ее идет. И на 80-м кадре сюда как бы выходит. Так, и на 80-м, наверное, пусть он смоет вперед уже. Можно еще добавить ему тут анимации, где он делает это, ну, удар рукой, типа об землю, да? Так, и значит, что здесь? Вот этот куб. Так. Shift-D, раз рука у него на месте постоянно, пусть он ее чуть перекрутит. Так, ну, в принципе, неплохо он стоит. Лапы у него стоят, рука лежит. Так, а ну-ка. Удаляем ненужные кадры, где нога задрана чуть-чуть. Так, и можно на 55-м, допустим, лапу. Ну, как назад чуть убрать, да?
Так, есть такое дело. Что бы ему еще такого добавить? Ну вот, рука нормальная, на полу согнутая. Не буду я выравнивать ее на полный, как бы, ну вот на такую штуку, на полное выравнивание. Хотя можно вот еще больше где-то приподнять, да? Так, тут тоже можно где-то приподнять, чтобы было как бы... Так, вот тут здесь голова, опять же, мне не нравится. Здесь она внизу. А вот эти кадры надо ликвидировать. А ну-ка. О, уже мягче. Так, ну как бы есть такое дело. Так, единственное, что можно еще доработать ключицу. А ну-ка, тройка, так, единица на нампаде. Вот здесь, да? Приподнять чуть-чуть. Потом чуть-чуть она опускается. И где в стойку он уже становится, здесь ключица уже полностью поднимается, а вот эта ключица опускается. И так в конце, значит, получается вот такой вариант. Так. Все, сосредоточился, все, готов к бою. Модель можно скачать в группе ВК. Можно ее там переделывать, файлы зебрашевские, можно перекрашивать форму. Что еще можно ему сделать? Можно добавить, значит, побольше вот этих игроков. И получится команда сделать стадион, и можно делать хорошие анимации именно с футболом американским. Вот такая штука. Раз. Звук добавить. Будет прикольно. Также можно на эту гориллу делать разные одежды. Космические, там, японские, не знаю, какие вам только заблагорассудится. Добавить шерсть. Так, в блендер, да? И будет все прикольно. Все, всем пока, до свидания.